Ассаламу алейкум. Приветствую гостей и зрителей канала Life Austria TV. Сейчас мы находимся с вами в Зимеринге. Мы хотим подняться сейчас наверх по канатной дороге, посмотреть на известные горнолыжные курорты. Сейчас, конечно, у нас лето, снега нет, но все же, как видите, очень много туристов, люди приезжают. Также сразу кидаются глаза, вот люди, которые на велосипедах катаются тут, горнолыжник специальный. Сейчас поднимемся наверх. Сейчас. А сколько стоит? 8,60, да, стоит подняться человеку? Вот с нами, кстати, еще смотрите, оборудование Мухаммад. Мы взяли нашего конкурента Мухаммад Austria TV. А куда это самое? Вы карточки уже? Вот он. Вот, посмотри на него. Вот купили, короче, такую карточку. Обошлось нам 16 евро на человека. Это при условии, что мы поднимаемся на ней вверх и спускаемся. Короче, здесь одни велосипедисты. Стоп. О. Короче, мы отдельно кабинку занимаем, если что. Вот такая система. Смотри. Ну вот, Мухаммад. Ау, Мухаммад. Вот так, где здесь красивые виды будут? Вот тут, наверное. Вот все, поднимаемся. Мухаммад, для моих подписчиков скажи, чтобы они отписывались от меня, к тебе подписывались, как ты любишь. Да. Подписывайтесь от канала Life Austria TV, подписывайтесь на канал Austria TV. Austria TV. Все самое новое, все самое красивое будет на канале Austria TV. А почему у меня не работает? А может, у меня батарейка села? Так, у нашего фотоаппарата села батарейка. Это была легендарная основа. Вот мы поднимаемся. Да ну! А здесь окошко есть, секундочку. Зимеринг. Ах ты. Вот так можно. Конечно, извиняюсь за качество съемки. Я не виноват. Жизнь такая. Эта гора находится 950 метров над уровнем моря. Вот вы слышали, да, Мухаммад как раз рассказывает, потому что гора находится 950 метров над уровнем моря. 950. Ну, я сказал 950. Да какая раз 50 плюс меньше. Вон какие-то горнолыжники катаются, смотрите. Сейчас не сезон. Ой, горновелосипедист, я хотел сказать. Хаштейн сказал, а то получилось, как получилось. Короче, все что-то снимают, смотрите. Вот такие виды открываются все выше и выше. Что я сказал? Сам не понял. Я другой что рассказать. Ладно. Вон какой-то пруд, смотрите, оказывается, есть. Вон, видали? Так, вон вдалеке. Ну вот, сразу кидаются вот такие какие-то непонятные скейтборды горные. Вот эти люди. Сейчас не знаю, куда мы будем направляться, но куда-то мы будем направляться. Сейчас. Здесь, короче, они с этими, с GoPro этими катаются велосипедисты. Почти у всех они есть. Нельзя туда, да? Ну ладно, что сразу. Сейчас посмотрим, это как его. А есть написано, что нельзя? Тут написано Achtung, Bistrike, Wagen verboten, да. Ну, а, типа бегеем. Да, ну да, точно. Логично, ну ладно. Короче, вы поняли, да, если здесь будет сюда не ходить, нельзя по этой дороге идти.
вообще некомфортно. Сейчас вот мы поднимаемся, короче, вот на эту вышку, смотрите, вот она такая высокая. Короче, заодно проверим, мы оставили нашу воду тут, украдут или нет. Сейчас попробуем. Как всегда, с нами, нас сопровождает сия блогер сия мира Österreicher TV Мухаммад. Вот такие виды. Съемка, кстати, производится на телефон Samsung Note 4. Так как почему-то наша камера села и почему-то мы забыли зарядить. Вот он, смотрите на него. Профессиональный блогер. Не блогер, а блогер. Вот уже добрались до верхушек елей, как высоко мы. Так. Сейчас, конечно, еще выше поднимемся. Ну вот. Вот смотрите, здесь что написано. Видали, здесь кто-то написал Кавказ. Даже не знаю, кто мог такое сделать, без понятия. А я записал то, что ты любишь. Кто ты? Ты вообще о чем говоришь? Я вообще не знаю, кто это мог написать. Видали, Кавказ тут написал.